Рады Могилёв свой 19 день нараджэння адзначае са смакам. 19 тортаў на працягу ўсяго рады эфіру разыгрываюцца паміж самымі актыўнымі слухачамі. А яшчэ маса падарункаў, добрая музыка і святочны настрой у эфіры. Вот сейчас мы сегодня 19 тортов угощаем этими сладкими подарками наших слушателей. Мы задаем вам вопрос, Олеся, вы на него отвечаете и получаете в подарок торт, на котором прямо так и написано 19 лет. С 15 вересня 1997 года головная радиостанция в области рассказывает про новины региона, радуя цікавыми проектами и программами. Зараз радио Могилёв вешает 23 години в сутки. Что тыдень команда радио рыхтует эфир каля трех десятков проектов. У тым лику шоу «Просто утро» с доставкой на ночь. Гороскоп, час провитанию, гэты день у истории. Вы служите, а мы почекаем. Музычная кавярня и многие иншие. Служба новин сёлета запустила 20 проектов «Мясцовый час», присвеченных новинам района у Могилёвской области. Четыре программы каждый будний день. Я считаю, что, наконец, наш возраст радиостанции совпал с возрастом наших сотрудников. И это то время, когда радио Могилёв может дерзать, творить и создавать новые прекрасные программы. И самое главное, продолжать создавать это же прекрасное настроение для наших радиослушателей. Еще мы сегодня обнаружили интересную закономерность, что если сложить все цифры частоты радио Могилёв в нашем областном центре 9 плюс 6 плюс 4 как раз получается 19. Это наш возраст. Я думаю, это значит, что все у нас получится. Як молодая и динамичная радиостанция, радио Могилёв активно представлена у интернет-просторы. Сайт радио штодня наведывают каля 800 уникальных корыстальников, а у группы радио Могилёв ВКонтакте больше за 6 тысяч подписчиков. И это активные корыстальники, которые штодня принимают удел у обмеркованиях тем, которые пропонуют ведущие. У наступном годе радио Могилёв означает 20-годовый юбилей.